Вообще находилось контейнеров около 1500. Ну, я имею в виду со всеми вот трехтонниками, со складами, все, потому что, ну, у нас единственная лояльная была администрация, которая вот давала нам все это. Но вывезли от силы 500 контейнеров, потому что люди не то что надеются, физическое время, которое отпущено, люди в панике только вывозили товар. Свое имущество, которое вообще не должно быть прикосновенным, как третьим лицам, как таково еще не вывозится, но директор гарантирует, что охрана, все имущество, никто под прикрытием того бандитизма здесь нет однозначно. Вы остаетесь на месте? Я остаюсь на месте. Я тоже вывезла товар, но вывезла себе домой. А контейнера все наши здесь. Ждем все равно хороших новостей. Все равно какая-то реакция. Единственное, медленно. Почему людей не считают, а только деньги видят в них? В наших людях видят только жилую. Золотую жилу. Мы вот, как говорится, последнюю надежду ждем, то, что авторынка обратно заработает. В других местах вот пока мест клиентов наберешь, как пока мест отработается это место. Извините, это 6-7 месяцев пройдет.